Здравствуйте, дорогие друзья! В этот прекрасный летний вечер в рамках творческого проекта Министерства культуры и внешних связей «Лето в парке» вас приветствуют творческие коллективы Оренбургского района. Ваши аплодисменты! Наш праздничный концерт «Летний букет для степной Пальмиры» открыл народный ансамбль казачьей песни «ЕИК», дипломант межрегионального фестиваля казачьей культуры «Оренбург Форпост России», неоднократный лауреат областного конкурса народного творчества «Обильный край благословенный», руководитель коллектива Роман Шаталов. Много наград у ансамбля «ЕИК», но самая дорогая – это, конечно же, признание вас, ваше признание, дорогие зрители, и, конечно, ваши дружные аплодисменты.